Любимую и дорогую жену, мамочку и бабушку Скрунть Татьяну Ивановну из городского поселка Козловщина Дятловского района с 55-летием поздравляют муж Леонид, сыновья Юрий, Андрей, Сергей, дочь Наталья, невестка Надежда, зять Дмитрий, внучки Евгения, Александра, Ярославка, внук Павел, сваты Анатолий и Светлана и сват Владимир. Только у мамы теплые руки, только лишь мама излечит от скуки, только она заслужила цветы. Лучшая мама, конечно же, ты. Пусть седина затронула волос, пусть дребезжит немножечко голос. Ты для нас всегда молода. Мамочка милая, любим тебя. Пролетели года, настал юбилей. Сколько еще впереди светлых дней? Порадует в праздник верность подруг, и будешь согрета теплом наших рук. Ты даришь, мамуля, приятный уют, ждешь каждый день, когда дети придут. Сегодня, родная, дождешься гостей, ведь праздник на улице, твой юбилей. Есть в этом мире большом так много слов важных самых. Но среди всех важных слов есть первое, главное – мама. Самая лучшая мама Земли, самая добрая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботой нас окружила. И свет своей доброты весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая. Лучшая мама, самая лучшая мама Земли, самая добрая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботой нас окружила. И свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Такой же красивой, активной и молодой. Пусть будет безоблачно синим небо над судьбой. Желаем здоровья и сил, пусть внуки тебя окружают. Пусть все, что задумала ты, жизнь всегда исполняет. Именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботой нас окружила. И свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. My big man can see you, my big man.